Торонто. Ну и был, кстати, на последнем Кубке мира он вратарем сборной Швеции, одним из вратарей, но так ни разу и не вышел. А вот это гол, причем, знаете, у меня даже ощущение, что это автогол. Там на льду была клюшка минского защитника, и, по-моему, как раз от нее шайба в ворота и влетела. Но давайте смотреть внимательно. Так, ну, вот сейчас здесь не разобрались, шайбу потеряли. Ну и Энрот, а вот и Энрот выручает. Перехватил шайбу Петунин, делал передачу на пятак, ну и вот как раз молодые это и забивают. Иван Игумнов, кто вторым темпом атака вот так немножко покружил по чужой зоне, Иван Игумнов и бросил, ну и не знаю. Тащил шайбу в чужую зону, опять Афиногенов из угла отдает тому же Злобину в центр под бросок, Никулин, Афиногенов. Ну, прошла, наконец. А мы видели уже эту комбинацию, но и как раз говорил я, что вот после такой подкидки надо очень точно, конечно, подкидывать. Андрей Прибыльский, да? Да, да, защитник. Это 0-3. И смогли отыграться, причем две шайбы из трех забили как раз в большинстве. И вот вам, пожалуйста, ну, там любопытно, не будут ли протестовать москвичи по поводу того, что происходило на пятачке. Пупкиным все правильно. Правильно располагался, площадь ворот не заехала, рядом с ним защитник находился, а то, что он закрывал, обзор голкиперу. Это Бурского сколько получается? 4 сезона. Даже не 4, с 13 года по 18. 5 сезонов отыграл Максим за Витязь. Так, ну вот Дастин Бойд забивает. Дастин Бойд забивает и уже в равных составах, хотя шайба вот началась эта атака, шайба в чужой. Воротами один совершенно был, вот посмотрите. И Бойд перед воротами тоже один. А еще туда на пятак ехал Егор Зайцев. В случае чего могут помочь партнеру. В эпизоде против нападающего москвичей там Моисеев был, не дал бросить по пустым воротам. А вот Хауден и... Ну, все-таки забили, молодцы. Вот я сказал, опустили руки, минчане, ну нет ведь, да, и состояние. Но зато уже перед Костицыным Андреем был там пустой угол, и тут ни вратарь не успел, никто из защитников. Московские динамовцы. И давайте вспомним, что у них забивали голы, и я не...